Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца самым дешевым красным вином. Покажу сразу два способа. Несмотря на то, что вино в обоих случаях одно и то же, яйца получаются разного цвета. К тому же во втором варианте скорлупа покрывается искрящимися кристаллами. Приятного просмотра! Первый метод быстрее, чем второй. Яйца окрашиваются в сиреневый цвет всего за 15 минут. Итак, в маленькую кастрюлю из нержавейки помещаем белые яйца комнатной температуры. Заливаем их полностью сухим красным вином такой же температуры, как и яйца. И отправляем на небольшой огонь. С момента закипания вина варим яйца 15 минут. За это время яйца несколько раз переворачиваем, чтобы они окрасились равномерно. Через 15 минут огонь выключаем и сразу достаем яйца из кастрюли. По мере их высыхания цвет становится более насыщенным. Выкладываем яйца на бумажное полотенце. Даем полностью высохнуть естественным путем. А затем по желанию смазываем смоченной в подсолнечном масле салфеткой. Благодаря такому действию яйца становятся блестящими, а цвет приобретает более теплый оттенок. Теперь второй, очень интересный метод. В результате получим искрящиеся яйца. Насыпаем в кастрюлю 100 граммов сахара, наливаем пол-литра вина, такого как и в первом способе. Размешиваем, закладываем чисто вымытые сухие белые яйца такой же температуры, как и вино. Следим за тем, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания варим яйца 8 минут. Затем огонь выключаем и оставляем яйца краситься на 12-15 часов. Если яйца всплывают, их можно прижать подходящим по диаметру блюдцем. Чем дольше простоят яйца в вине, тем темнее будет цвет. В данном случае прошло 15 часов. Достаем яйца из кастрюли. Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. По мере высыхания яйца становятся светлее, а образовавшиеся на поверхности кристаллы начинают сиять. Вот и все. Оригинальные пасхальные яйца в вине готовы. Если вам понравились мои способы окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.